Салам, ушаллах, салам, добрый подвечер. Камеру включить, не знаю. С камерой лучше или нет, не знаю. Добрый подвечер. Вот решил, получил презент, прислали мне такой набор. Пищевой набор. С этого. Фудбанк здесь называется. Фудбанк, это для малоимущих. Вот, видите, что будем пить? Это Арарат. 6 лет написано, но ему уже года 2. Вот, значит, ему 8 лет. Арарат, русский стандарт. Амстердам. Так, вот у меня Титос, я люблю. Титос везде. На... Балес есть. На... Но мы не будем пить. Такие, да, как говорится, крепкие спиртные напитки. Мы опустимся в Wine Storage. Wine Storage. Я предлагал там приобрести Wine Storage. Не знаю, приобрели ли мне. Что мы здесь видим у нас? Вот. Делице Ларс. Но это в магазине не купите. Это надо у производителя. А вот сегодня мы будем пить Декой. Decoy Limited, хорошее вино, 18 года, Napa Valley, да, Decoy. Вот я показываю, а то скажут, налил туда чай, не знаю. Да, будем сейчас чуть-чуть разговаривать. Секунду. Вообще. Пятница, да? Happy Friday, опять. Happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. Ну, где же это мой любимый штопор, а? Я этот не хочу. Чем, блядь? Декой, Декой. Хорошее вино. Кабернет. А это, к тому же, лимитед. Хорошее вино. Не буду рекламировать цену, мэн, зачем это? Будем. It was easy. Тогда было не так. Штопор я не люблю, но сработал сегодня нормально. Я не люблю даже за столом сидеть. Я люблю за маленьким столом, чтобы перед телевизором. Что на этой квартире, что на той. Да, у меня сломался кофе тейбл, да, называется? Кофе тейбл. Кофе тейбл, такой стеклянный столик. Ну, из стекла. Но это tempered glass, то есть tempered glass – это химически и термически обработанное стекло, которое не боится, да, ни холода там, ни... оно не должно лопнуть. Но оно как-то лопнуло, я не знаю. Я думаю, наверное, ведьма послала на меня проклятие. Это, она откуда? Это, не знаю, мардакетская или грузинская. И все проклятия вот взяло на себя это, да, стекло. Я прихожу домой, вижу, лопнул стол. Вот это, да, кофейный столик лопнул. И на нем лежала деревянная такая, ну, не тяжелая. Ну, типа, для орешек, для этого, изюма, в общем, да. Как ее назвать, даже я не знаю. Ну, в общем, вы поняли. Да, деревянная посуда такая прямоугольная, с отсеками. И она прямо лежит в аккурат. Вот так лопнула и прямо на полу, да. Ну ладно, дело нет. Вот такой набор мне прислали из банка этого для бедных людей, да, там ходят они. Им дают наборы. Что здесь есть у нас? Колбаса с салями, это типа камамбер, сыр, мед. Кетчуп, грейпс, это виноград,
Это грейпфрукт, я думаю. Грейпфрукт. Это ягоды. Земляника. Да, земляника это или как это называется? Малина, малина. Эти вот оливки. Шучу, это мне прислали в подарок. На телевизор. Перед телевизором. Ну, начнем. Вино надо наливать аккуратненько. Ах, хорошее вино. Тем более лимиты. Пеночка. Декой, декой. В Баку есть здесь такой вино? Декой. Ну, это лимитед. Я там читал у Фарида ролик, видел, Дед Меджид, это день рождения, да? Я не знаю, насколько он смотрит, слушает. Ну, от своего имени хочу поздравить его и пожелать вам, если вы только будете слышать, нет. Крепкого здоровья, самое главное вам. А остальное все прибудет. Самое главное – здоровье и долгих лет жизни. Будьте здоровы, первый бокал за вас. О, nice wine, хорошее вино. Хорошее вино. Ну что, будем закусывать. Мне сложно, да, вот так снимать и... На... Вот, салями. Салями. Ничего. Пойдем. Вот здесь тоже у нас сырок наподобие... Камабера, но это, по-моему, френч, французский сыр. Френчиз. Да. Ну, такой, да? Натюрморт, приятный. Да. Да, еще. Сейчас пойду. Собачка гулять. Вчера сделал фетучини, помните, в ресторане? Ел фетучини с креветками. Но пришел домой, борщ был, гречка, вот в холодильнике лежит. Гречка с котлетами, голубцы. А мне захотелось фетучини. Но я взял вот это фетучини, паста, креветки. Ну и все необходимые ингредиенты. Да, приготовил. И поел. Да. Сейчас вот второй бокальчик выпьем. После первого и второй промежуток небольшой. Ну что я хочу сказать? После столь крупного поражения Дашнака, конечно, их жалить, как говорится, это, да, не будем. Бить будем, как это говорил. Аккуратно, но больно. Бриллиантовая рука. Папанов, как говорил, бить будем. Больно, аккуратно, но больно или наоборот, да. Ну, в общем, не надо, да, пусть приходят себя эти, дашнаков имею в виду. А так, ну, не знаю, всех, кто ругал меня, я всем прощаю все, но, тем не менее, их перенет кунем, жаж там. Ну, давайте, я тяпну. О, хорошо, сейчас, секундочку. Да, погода депрессивная, депрессивная. Да, погода депрессивная. Надо будет позже, наверное, дровишек подкинуть. Ну, не холодно, конечно, не холодно, но для атмосферы, да? Романтическое. Да. Ну, как сказал, да, Дашнаков, сейчас грех это трогать, да? Но
Все равно, кто меня другого говорит, прощаю, но, тем не менее, беленый жахлам. Извините за столом. Будьте здоровы, земляки. Under boil water advisories. More than 84,000 bottles airlifted into Galveston. It's one of several water distribution efforts taking place. Курить не пускают, да, здесь? Дома. У себя там эдики курю. А так уже и меньше курить стало. А, здесь еще у нас это есть. Как его? Вы скажите. Абрикос сушеный, как он называется? Надо забываю, мы все. Кулага, кулага, а? Кулага, да. Это как показывают, да, сказки? Цари сидят, обедают, оттуда флук, оттуда утиная ляжка. Почти что царь. Только без царства. Проблема. Да, и этот стол поломался, интересно. Он лопнул. Наверное, я так думаю. Это ее проклятие. Проклятие ее. Видно, у нее есть какая-то там сила. Но все пошло на стол. Этот кофе глаз. Я уже заказал такой же, только новой модели. Он в середине апреля должен поступить. Не дешево, не дешево. Да, борщ там, голубцы. В смысле, а голубцы не из виноградных листьев, как говорят в России. А голубцы. А вот хорошее вино, если будет лимиты. Декой лимиты. Ну что еще попробуем? Давайте. Голландский сыр. Маслины. Это мне подарок прислали. Вот с такой открыточкой. Конечно, не буду показывать, что там написано. Но. A new study from a UW doctorate student showed black bike riders were ticketed four times more than white cyclists between 2003 and 2020. King County Councilmember Jeannie Colwell said she's not suggesting repealing the bill because the helmets can save lives. The county to reconsider how it's enforced. Последний выпьем за нашу родину. Ну вот вы обратите внимание, да, мы когда что-то говорили, выступали, кто-то сам говорил, или вот в толковище. Мы защищали, говорили за интересы страны, да, то есть место, где мы были рождены. Ну, иногда, кто по национальности азербайджанец, конечно, за Азербайджан, ну, за нацию свою, да, но мы в основном, я скажу так, да, честно, 80% мы все говорили за от лица своей страны, за свою страну. Не за какую-то там нацию, а за страну, Азербайджан. А вот оппоненты, как говорится, они только лишь у них с национального ракурса, да, вот так. То есть они с этой позиции смотрят, с националистической. Поэтому я вот до этого там делал, привел, да, так перед сном что-то на меня муза спустилась, муза. Да, у нас в институте муза учила, симпатичная девушка, да, но не она. Муза, и посетила меня, да, и вот я такой это, да, диагональ провел, параллель, вернее, мостик перекинул. Но он его недостоин, конечно, этот мальчик, которому брейнвош сделали здесь, эти. Монте Мелканян, да, был, он скаутом был бы нормальным человеком, да, здесь инженером, не знаю, кем он был там, инженер, историк. Я думаю, успешную жизнь имел бы, был не глупый, хорошо жил бы. А он почему-то вот именно вот в эту идею нацистскую, да, вот эту, идея фикс. Он поверил, кто-то его на это, видно, в окружении оказался. Но дома, думаю, ни его, ни
не натаскивали, да, на это. Это, наверное, круг какой-то определенный. И он там раз, где-то у него мозг, какой-то участок сработал, и все, ему понравилось убивать. А-ля за это, да? За нацию, не знаю, я так думаю, это... Есть категории людей, которым нравится убивать. Они вот раз-два убили, им нравится, вне зависимости от национальности. И вот он, наверное, таким, он же в Ливане немало убивал там, да? Евреев. Да. Ну ладно, будьте здоровы, ребят, еще раз, коротко, да, больше не буду говорить, сейчас пойду, собачка уже темнеет. Возьму его погулять, Алексей. Я за ним сам, честно говоря, да, это. Ну, в исключительных случаях, когда у меня не хватает там времени или мне, ну, что-то не здоровится немножко, его домашние выводят. А так я сам за ним, это, да, гляжу, take care, то есть слежу. И еду, и расчесывать его надо, зубы чистить. В общем, целое дело. Ну ладно, еще раз, будьте здоровы, еще раз, это Дед Меджид, вас с днем рождения, желаю вам здоровья, главное, а остальное все прибудется, самое главное здоровье. Ну давайте, ребята, будьте здоровы все. О, видите, они оголодные семьи, они снабжают продуктами питания. Молодцы, молодцы, американцы, молодцы. Это мне напомнило из кавказской пленницы, когда я приносил набор, помните? Виноград, там еще что-то, но у него фруктовый был такой, а здесь, как видите, присутствует и dairy продукт, то есть эти молочные. Сыр, также салями, несколько сортов сыров, да, салями, двух сортов, нет, трех, раз, два, три, виноград, это джем, по-моему, да, это джем, это хани, небольшая баночка меда. Pure honey, это чистый мед. Triple S England. А, это английский мед. Натуральный английский мед. Да, и вот это деревянная такая, да, скажем, деревянный поднос. Это все было упаковано полиэтиленом и красивой красной ленточкой. Завязано, скажем, и вот эту открыточку с ней мне прислали. Это одна семья, да, ну, нам прислала, наша семья. Не лично мне, а семье. Ну, ладно, на этом заканчиваю. Да. Заканчиваю, пойду. Опа. Рекс мала. Иногда здесь, вот, видите, темнеет у нас уже, темнеет. Да. Рекс спала, я ему воду уже побольше. Я вообще-то хотел взять специальный такой есть это, контейнер с водой, когда необходимо он подходит и определенное количество воды, да, туда изливается. Но пока вот это достаточно. Да. Но кушает он, конечно, не отсюда, здесь сухой корм, а кушает он из керамической, из белой, вы видели, да. Ну ладно, счастливо, еще раз темнеет, пойду я Микич-Микич гулять с Серксом, за мной уберут. Ладно, счастливо, ребята, пока, давайте пойду оденусь, тепло, холодно на улице, а вечером, может быть, и покатаем, пока.